Надо еще балалайку, еще много свистулек. Ну а чуть-чуть хотя бы покажи, как ты играешь. Последние два месяца он занят не на шутку. Музыкалка, подготовка к школе, а на следующей неделе Артем наконец-то пойдет в детский сад. Теперь можно. С нашей последней встречи прошло больше полугода. За это время Артем Крылов подрос и выучил все буквы. Но главное другое. За это время мальчику сделали 4 сложнейших операции на глазах. А ты есть у тебя операцию делали? Ну, конечно же. И не спрашивайте, что я там, лечился или не лечился, а что же я еще там делал-то? Артемкину историю мы рассказали весной. У мальчика редкое генетическое заболевание, проблемы с глазами. Право ослеп почти 2 года назад. Московские врачи из клиники Морозова согласились попробовать спасти лево. Но оказалось, что Саратовская область чуть ли не единственная в России не выдает квоты в эту больницу. На операцию требовалось более 100 000 рублей. Зрители ТНТ «Саратов» собрали их за пару дней. Так получается, что постоянные поездки мы не можем уже накопить эту сумму. Поэтому хотели вот обратились к вам, чтобы помочь собрать эти деньги и уже поехать сделать операцию. Надеюсь, что все будет хорошо. Зрение спасли. Он сейчас вот у нас при плюс 10 выдает 1 строчку, по крайней мере, это уже результат. Сегодня утром в областном кардиохирургическом центре прооперировали еще одну нашу героиню. Маленькой Иларии Алиевой на операцию требовалось 300 000 рублей. Вы их помогли собрать. Этим утром девочки сняли диагноз «порок сердца». Все хорошо, проблем нет. То есть все, шум ушел? Да. Этих слов мама Иларии ждала много месяцев. К операции на сердце они шли долго. Сначала врачи надеялись, что хирургического вмешательства удастся избежать. Потом родители долго собирали деньги. Прооперировать малышку по квоте не удалось. Пришлось обращаться за помощью. Все равно какие-то сомнения оставались. Как-то кто-то там, посторонние люди помогут. Да нет. Ну помогли? Ну помогли, да. Я когда узнала, что сбор закрыт и все, буду закупать окклюдер, все... Операцию Иларии делали эндоваскулярную, малотравматичную по-другому. От наркоза девочка отошла уже спустя пару часов, а через несколько дней мама с дочкой отправятся домой. Осложнений никаких не было, затруднений тоже никаких не возникло. Около полчаса заняла вся операция. За те месяцы, что длится акция, зрители нашего канала помогли многим детям. Только в областном кардиохирургическом центре прооперировали 8 человек. Но ваша поддержка нужна и другим малышам. Ведь сообщение на номер 5541 со словом «дети» для кого-то может стать единственным шансом на выздоровление. Ольга Маркова, Олег Буланов. Новости «Телеобъектив».